ней что-то сидит. Опа! Вот это карась. Так, карась. Пускай растет. И снова здравствуйте, мои дорогие зрители. Приехал я на свои старые места попробовать половить карасика. Крупные крючки и мелкие крючки. На крупные крючки, вот у меня спиннинг стоит, я поймал карасика вот такого. Камеру не включал. И на мелкие, сами видели, место вон как заросло. Воды опять нынче нет совсем. И еще по прогнозам упадет. Начал берег камышом зарастать. Рогозой. Приехал на квадроцикле. На машине еще не проедешь. Везде в болотах вода, грязь. Поэтому пока на квадроцикле. Здесь когда-то мы ловили очень хорошо карасика. Можно было два ведра за вечерку поймать. Ну, поклевки частые. Вот и сейчас вот он стоит, клюет. Но в основном вот такой мелкий карась. Из оснасток у меня соски и вот такие вот снасти. Колокольчик сниму. Вот. Червей почти объели. Ну, закинем еще. Здесь крючки поменьше. На покупных снастях. Ух ты! Все. Капец, снасти. О, оцепилась. Все, пускай там стоит. Мастерство потерял. Пореже стал выезжать. И все. Закидываю уже в кусты. А не под кусты. Я надеюсь, наловим рыбки. Средний и крупный карась клюет. Хорошо, вот он, средний карась, наверное, попался. Поклевки сразу видно. А мелочевка только снимает червей. Ну, что там? Ну, тоже. Едовой набойл, кстати, взял. Взял. Ах, вся каша. Не только каша, вся моя кормушка разлетелась. Ну вот, уже неплохой. Уже неплохо. Поводок, по которому скользила грузила, лопнул. И вот так вот получилось. Сейчас можно уже убирать их, эти большие груза. А вообще, я приехал испытать капсулы Гасвицкого. Кому интересно, можете и на Озоне, и на Валберсе, не помню, везде есть, еще на каких-то сайтах. Они издают или создают. Ой, как клюнуло! Блин! Проворонил без колокольчика, ребят, проворонил. Че, тянем? Не-а, проворонил, хорошая поклевка была. Они создают пузыри. Их в кашу, в кормушку добавляют, такие вот таблетки. Сейчас попробуем. Если хорошие поклевки, можно проколоть, вот как я сейчас это сделаю, иголкой. Тогда она начнет быстрее пузырить. Но я просто прокалываю крючком. Делаем дырочки. Раз, по кругу два, чтобы вода быстрее попадала. А вообще пузыри начинают идти, как вот эту оболочку растворяется. Начинается реакция. И начинают пузырики с вашей каши идти. Рыбу привлекает. Напишите, кто пользовался. Раз. Тут у меня даже такое специальное место есть. Я прокалываю ее. Опа. И кашей забиваю. И будут сейчас идти пузыри. При забросе, как она опустится. Оп. Кашей все это спрятали. Также прячу крючки в кашу лишние, чтобы не путалось. Сазана здесь навряд ли будет. А карась должен быть. Опять клюет. Давайте быстрее забрасывать на крупного карасика. Так, это вот у нас спиннинг
с таблеткой. Вот тут уже что-то сидит, опять пролисла у меня плетенка. Колокольчики не ставлю по вашим просьбам. Вот сюда его. Так, что здесь у нас прослабла? Леска есть, сидит. Сидит, в кусты повел. Есть карасик здесь? О, хороший карасик. Ох ты, блин! Вообще отличный карасик. Чистенький, беленький. И я вам скажу, такой не маленький карасик. Замечательно. Кашу добавлять не буду, потому что с червей они переключаются больше на кашу. Так, чуть-чуть. Оставляю. Ох, прям под самый куст. Четко. Зарастает место. У меня сюда 6 спиннингов лазило. Давай, давай, давай. Ага. Ой, как дергается. Так, не в обрыв не упасть. И здесь клюет, на левый. С капсулой. Ну, тоже чувствую, что вроде хороший карасик. Есть. Тише, 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 тише. На червя. В этом бутылечке их много, написано 50 штук. Поэтому что жалеть. Раз. И два. И чтобы они не вывалились, придется все-таки кашу добавить. Так, вот сейчас будет клев. Ветерок раздувается. Отлично. Натягиваем. Вот так вот. Ну, давайте поставим удочку. Взял тоже побаловаться. А вдруг на удочку будет клевать. Вот сюда ее под куст забросим. Крючки тут заглотыши с весны еще. Как ловил чебака. Ну давайте забросим. Вот сюда под кустик. И прям на веточку положим. Поклевочка. Интересно, что там такое клюет. Поплавок сейчас уходил под воду. Ну давай еще раз. Опа! Из-под кустов я достал вот такого карася. Давайте кошкам возьмем. А может быть, целиком зажарим. Вот этого карася полная речка. Сорная рыба. Клюнул и под кусты завел. Так. Ну, удочку поклевывает. Ну, давай, есть. Ух, 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 ух. Что творит, что творит? Это рыба, кто там такой? Неужели под... О, верхом караси пошли, смотрите. Верхом пошли, пуганул. Кто там такой? Огромный карась. О, ё-моё. Вот это карасище. Круто. Верхом караси ходят. Уже, в принципе, не время. Вода маленько остыла. А все равно верхом идет. Что тут, есть еще черви? Есть, пойдет. И вот чем ближе к берегу забросишь, тем быстрее поклевки. Но там коряги, вот эти вот берега обваливаются вместе с корнями палки. Намокают, тонут.
и я потом за них цепляюсь. Но все равно интересно посидеть, поклевки есть. Здесь вот рыбачат только местные аборигены, так сказать, приезжих нет. Смотрите, все чисто везде, ни одного фантика. А то говорят, вот местные, местные. Здесь вот 200 лет местные рыбачат. Хоть бы где-то что-то увидеть. Ни одного фантика, ни одной бутылки не увидите. Все в чистоте. Это вот коровы натоптали, и вездеход один прошел. В ручье провалился, вот видно след. Вот по этой дороге в прошлом году ездили на машинах. Но я думаю, еще немного, и подсохнет все. Тепло постоит. На машине, конечно, комфортнее, чем трястись на квадроцикле. Есть. А вон табунчик. Нет, гуси летит. А, нет, это бакланы. Это бакланы, не гуси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сопротивляется. Иди сюда. Ну, знатные, конечно, карасики. Карасики отличные. Прибавляется от них быстро. Но его, в отличие от сосок, не надо ее так долго распутывать. Сейчас можно соски уже на осень убирать. Как и говорил, отсекать уже нечего. Уже хоть что-нибудь бы поймать. Так. Кстати, на квадроцикле я поменял резину, если обратили внимание. Та меня тоже полностью устраивала, она травилась даже лучше. Когда травишь, она была в лепешку. Здесь же из-за этих шипов она сильно не травится. Ну, где-то по курням он теперь лезет получше. Поплавок опять мой утонул. Давай, 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 давай. Опа! Вот это карасяра. Вот это да. Ой-ой-ой, достану я его или нет? Эх, под корягу чуть не завел. Крючочки маленькие. Иди сюда. Опа! Выдержала леска. Ну вот, и донка отработала. Ну, еще одного карасика, в принципе, и больше мне не надо. Тут на 3 жарехи, на 4 уже. Так. Забрасываем еще. Надо как-нибудь взять просто 2-3 удочки и попробовать с удочками посидеть. Опять под этот кустик. Давай, ловись, рыбка. Ну, кто-то плывет ко мне. Утка. Лысуха. Ух! Лысуха. Видно, как идет волна. С кустов. Я думал, ландатра сперва. Нет. Лысуха уже. Большая. Осталось немного. Будет открытие охоты у нас на водоплавающую. Поедем поохотимся. Только что высохло все. Это все должно залито водой быть. Все высохло. Давай, 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 давай. Да что, а? Как клевало-то хорошо. Все, убираем его. Сильно дергало, но не подтек. Покажу вам сейчас еще обратную дорогу. Осталось немного грязи. Но есть. На машине не проехать. Так, что поймали мы? Для разведки довольно-таки неплохо. В этом месте я в этом году в первый раз. Хорошие карасики. Хорошие. На 2-3 сковородки взяли. Уже, как говорится, не пустые. Все, складываю все остальное. И в путь. Через эти степи, болота и камыши. Что, поехали? Вот так вот я привязал сани со снастями.
Ничего не оставили, вроде ничего. До дома примерно, ну, где-то 12-15 километров, если срезать. Вот сейчас мы идем по воде. Колеса большие, они проваливаются. Глубоко. Тут сейчас тоже грязь будет. Не осталось рыбов, бакланы все сожрали. Вон еще целый косяк бакланов летит. Раньше оставалась рыба, ловили руками. Сейчас ничего не остается, даже малька нет. Вон уточки сидят, полетели. Ну, тут вроде малек остался. Не все еще съели. Ну что, ребят, поеду потихонечку в сторону дома. Мне еще примерно километров 8 ехать. Поэтому давайте, не скучайте. Была сегодня такая разведка. В принципе, рыбка есть, клюет. Надо приехать с утра. Я думаю, утром будет интереснее. Давайте, надолго не прощаемся. Всем пока.